зрелищ. Встречу обслуживают арбитры. Петер Орсак из Словакии, Юрий Петерерон из Финляндии. Им помогают линейные арбитры Петер Блумел из Чехии и Питер Фиола из Соединенных Штатов Америки. Место в воротах российской команды занимает Илья Брызгалов. Его оппонент Дуэйн Роллосон, многоопытнейший голкипер Эдмонтон Ойлерс, которому в этом году исполнится 40 лет. Вы готовы? Стартовые пятерки команд на площадке. У сборной России центральный нападающий Алексей Терещенко, 23-й номер по краям. Илья Ковальчук, 71-й. Алексей Морозов, 95-й. Капитан команды, пара защитников. Илья Никулин, 5-й. Виталий Прошкин, 45-й. Главный тренер сборной команды Линди Раф с первых минут отрядил на лед следующих хоккеистов. Пара защитников: Дэн Хэмью, 2-й, Ши Вебер, 6-й. И тройка нападения: Шон Хорков, 10-й, Майк Фишер, 12-й, Трэвис Зайджак, 16-й. Без разведки начнется эта встреча. Обе команды постараются выложить на стол все свои козыри, будут канадцы давить, будут стараться действовать максимально жестко против игроков российской команды, но силовым давлением наших ребят не запугать. Смена происходит у нас на льду. Звено Константина Горовикова, 21 номер, центральный нападающий. Вместе с ним Александр Радулов, 47-й, и Олег Сапрыкин, 91-й. Пара защитников: Дмитрий Калинин, 7-й, и Виталий Атюшов, 27-й. У канадцев тройка Джейсона Специи, 91 номер, Дэнни Хитли, 15-й, Шейн Доун, капитан команды, номер 19. И пара защитников: Дрю Даути, 3-й номер, и Марк Эдуар Власич, 44-й. Сдвинуты ворота канадской команды, арбитры выносят вбрасывание в среднюю зону. Мы видим, что показывают, что наши защитники приехали в зону обороны, но борьба будет...